Казахстан увеличивает зависимость от российского импорта. Доля продукции соседней страны достигла почти 40% от всех поставок в Казахстан. Такие данные приводит Финпром КИЗ. Объемы товарооборота Казахстана со странами Евразийского экономического союза восстанавливаются. Однако торговля идет не в нашу пользу. Сумма российского импорта в 2,5 раза больше объема экспорта казахстанских товаров. В этом году Казахстану удалось увеличить продажи только в Армению, Беларусь и Кыргызстан. Отправляются в основном плоский прокат из железа и нержавеющей стали, железных руд, концентратов, каменного угля. Половина всех поставок приходится на страны Содружества. Всего с начала года было ввезено продукции из ЕАЭС на 6,5 миллиарда долларов. Львиную долю занимает Россия. Куплено товаров на 6 миллиардов долларов. По словам российских торговых представителей, это связано с активным развитием приграничного межрегионального сотрудничества. Между регионами России и регионами Казахстана заключено более 300 соглашений по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Сегодня несколько областей, такие как Оренбургская область, Челябинская область, Свердловская область, Москва, товарооборот составляет с Казахстаном более 1 миллиарда долларов США. Сегодня практически весь российский бизнес, крупный бизнес, сегодня активно работает на рынке Казахстана.